Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мои видео. Начну я сегодня в эту пятницу обзор снимать с самого мелкого, конечно же, как я всегда делаю, потом начну, закончу самым таким, ну, хорошим, потому что последняя будет кукла, вот, чему я очень рада, что я ее купила. Ну, я и все расскажу о ней на ее обзоре, вот. Значит, потом, после того, как я эту купила куклу и кое-что еще, на которых я тоже сделала обзор после вот этого вот. Вот. И я потом заходила в магазины в этот же день и увидела там сюрприз, вот такой вот шар, как называется, он чупа-чупс, но на самом деле это не чупа-чупс, потому что там нет ничего вкусного в этом шаре. Ну, можно таки сказать, это так же, как и шары с куколками Лол. Там тоже ничего нет. Ни мармелада, ничего, просто кукла и все. Вот зачем так вот тоже? Я бы, например, в такие вот игрушки всякие, это же для детей как идет, да? Вот, я бы добавляла, не знаю, какую-нибудь вкусняшку, мармеладки, вот как, например, в игрушках Sweetbox. Там не просто игрушка, там еще маленький пакетик с мармеладом. Мало, конечно, но все равно хоть радость, хоть можно что-то съесть. Вот, жвачку, может, какую-нибудь, или какие-нибудь, да, мармеладки, или еще чего-нибудь. Чупа-чупс, особенно вот сюда большой, можно было положить. Вот. Ну, в общем, видела я рекламу этих шаров на канале Мульт, но не успела запомнить. Вот, один раз мелькнула, и мне понравились эти зверушки мягкие, которые попадаются в этих сюрпризах, можно так сказать. Вот. И не успела даже запомнить название. Слышала, что что-то чупа-чупс там, и открой, найди игрушку мягкую, всякие разные вкусы, у каждой там свой вкус, запах фруктовый и всякие разные, вот. И сидела, даже ждала, думаю, рекламу покажите, и не показали. Ну, думаю, ладно, забыл уже про них. А тут в Ярче захожу, вот после рынка, я ездила на рынок и в Ленту, и там купила куклу, вот, и еще кое-что, вот, и поэтому, как бы, этот, потом заходили еще тоже везде, и я, как бы, увидела в Ярче вот этот маленький, да, вот, и смотрю, о, это же те же, которые я хотела купить, думаю, одну, в рекламе видела, вот, узнала, что это те самые, потому что здесь обертка, правда, была, я уже это все развернула, вот, и осмотрю, оно стоит 521 рубль. А вот, например, в Детском мире оно 527, по-моему. Ой, 500... Ну, в общем, на 80 рублей, по-моему, дороже. Что-то такое. Там 500 тоже с чем-то. Вот. Вот. И там было две таких вот... Два. Ну, я не купила, потому что, как бы, со мной мама была и говорит, что с ума сошла, 500 рублей, это хоть я на свои деньги, но меня все орут. Зачем тебе это? Куда тебе? Все, вот. Поэтому я, как бы, куклу даже покупаю в тайне и все. Поэтому я пошла в понедельник, когда, ой, в воскресенье на работу, потому что я работаю с воскресенья по четверг, у меня выходной, пятница и суббота, вот, и поэтому я в воскресенье, когда пошла, я зашла в это Ярче, потому что она около, у нас почти около дома, ну, там около остановки, где я сажусь все время, вот. Поэтому я зашла, когда одна шла, и купила вот себе один шарик. Но я думала, что там все зверюшки красивые и хорошие, а мне попалась всякая фигня. Ну вот, как обычно, мне не везет. Одну хотела купить, и то попалась мне всякая ерунда. Вот. Вот такая вот акула. И пришлось поэтому покупать в Детском мире. Потому что, когда я пришла, там уже было не два таких шара в Ярче, а один последний остался. Поэтому вот выбора не было покупать. Вот, кто-то купил тоже. Вот, поэтому не я такая одна, что за 500 рублей можно покупать. Лол же тоже так же стоит. Причем это подделки за 500 рублей стоит. Вот, ну, в общем, вот такая вот мне зверушка ужасная попалась. Ну, хоть она, да, ну, такая милая, красивенькая, но у нее улыбочка. И это у нас акула. Она пахнет мятой и шоколадным мороженым. Вот, значит, вот такой шар, да, у них, у маленьких. Здесь попадается у нас один герой. Вот это вот идет тоже внутри. Она достается там. И вот это ничего не соединяется. Вот эта подставочка, да, вот сюда вот так втыкается и ставится.
А здесь у нас такой тоже шар. Здесь у нас зверушка может жить, сидеть. Вот так. Даже можно таки сказать, что это похоже на аквариум. Видите, вот так, да? Она здесь плавает, типа. Не закрывается. Вот здесь вот она так висит, да? Не можем подвешивать, открывается. То есть, вот такой вот шар. Да? С этой акулой попалась ее карточка. Вот такая, можно даже сказать, это предсказание. Здесь у нас герой наш нарисован. И написано, кто это. Вум акула. Если мы раскроем, мы здесь увидим, чем он пахнет. Мятное мороженое с шоколадом вот здесь написано. И предсказание. Ты сегодня на острие моды. Вот так вот, вот такой вот конвертик. Вот сюда положим. Вот сама акула здесь вот такие вот, если ее трогать, здесь такие шарики, да, вот как вот обычно у зверушек, там, у всех мягких практически игрушек, в попках нашиты вот такие вот шарики, да, а здесь нашиты вот тоже такие шары, она вся в этих шарах, везде причем там внутри, потому что там нет мягкого набивного чего-то, там все шары вот эти вот, и они зайдут с запахом. Прям не могу перестать нюхать, а вообще вкуснота. Каждая зверушка пахнет по-своему. Вот еще раз покажу. У нее такие крылышки. Ой, плавнички. Вот у нее, да, рот такой. Ну, мне эта фигурка как-то не понравилась. Ну, акула, что? Я хотела какого-нибудь кролика там или котеночка. Мышонка. А тут мне редкая попалась. И главное, написано же редкая. И попалась, главное, с первого раза. Вот, значит. Вот такой вкладыш еще с ними идет. Эти игрушки называются, вот, Pick Me Pops. Pick Me Pops сюрприз. Вот, руководство коллекционера. Вот здесь у нас идут, значит, запахи. Тут у нас с 5 от 5 лет. Хотя, я не знаю, можно и в 4, и в 3, потому что, что там, там мелких деталей нет. Игрушка и все. Ну, с ней, конечно же, вот, я просто не сказала. Вот здесь вот у нас идет этикетка, которую я отрезала. Она вот такая километровая, ну реально вот такая этикетка. Я ее отрезала, потому что нафига она мне. Вот здесь вот видите, вот эта вот штучка, да, такая. Здесь была прикреплена такая эта веревочка красная, вот, которую можно повешать его на ключи, на рюкзак. Я это тоже убрала, потому что я их купила для кукол, этих игрушек. Мне это не нужно вешать никуда. Вот здесь у нас написаны ароматы. Какие зверушки бывают, с каким ароматом. Банан, вон черника, жевательная резинка, карамель, шоколад, фруктовый рай, виноград, зефир, мятное мороженое с шоколадом, где у меня акула. Просто мята, малина и арбуз. Ну, я думаю, арбуз, вот этот фруктовый, банан. Очень, наверное, вкусно пахнут. Но, как бы я решила купить одну, но получилось так, что у меня как бы три, потому что я еще купила где две. Потому что если сложить, то есть цену, да, это дороже, это 500, это 1200 стоит 2, потому что естественно, ну, 500 плюс 500, ну и там еще сюрпризы. Ну и в детском мире они, соответственно, дороже. Но я посчитала, так как если, например, 2 купить, вот таких в детском мире маленьких, то это будет, наоборот, дешевле, 1100 там с чем-то там, чем 1200 с копейками. Вот, но когда я пришла детский мир, там я сначала думала, ну, может, кукол каких-нибудь новых посмотреть. Нет, ничего там нет. Вот вообще, я уже все скупила. Вот заходишь в магазин, вообще реально купить нечего. Уже доходишь до той степени, что покупаешь уже, блин, всякую хрень. Извините, конечно, за выражение, но реально всякое. То лошадей покупаешь, то какую-нибудь мебель. Уже купить нечего. То какую-нибудь фигурку Little Pet Shop или вот эти вот игрушки. Или свитбокс, потому что реально купить нечего. Я уже за куклой в ленту поехала, когда я даже не подозревала, что в ленте могут быть такие куклы. Такие как Ever After High, Monster High, Барби, даже безграничные движения. Я думала, лента, ну это как гипермаркет там. Ну, такое все может быть, это подделки там всякие. Ну, игрушки, конечно, могут, но фигурки там, ну, не такие же прям, как я вот купила. Вот, ну, в общем, вот такие вот, значит, вот здесь у нас вот обычный, да, вот. Это у нас одиночная коллекция, где по одному шарику, вот. И все такие, смотрите, какие няшные прям, ой, жирафик вот этот вот белочка, прям хочется, котик вот этот вот, кролик, смотрите, вообще прям щенок, вообще прям, ой, такая милота прям, что прям всех хочется собрать, но тут же могут и попадаться и одинаковые. Вот, поэтому я как бы не люблю, когда так все закрыто, я люблю покупать то, что видно. Вот это вот идут редкие, одиночные, и мне, видите, вот она, акула вот попалась мне. И главное, редкая, необычная, а редкая попалась.
Я бы не удивилась, если бы мне вообще бы вот очень редкие попались. Как ежик, например, да? Ну вот, здесь же редкий, вот, мышонок, хомячок, песик. Почему мне мышонок не попался, вот этот вот? Вообще, няшка такая. Почему мне нужна была акула попадаться? Вот. Так бы я даже бы и не купила. Мне всего одна-то нужна была. Ну, а сейчас вот смотрю, и как-то хочется, может быть, еще даже купить кого-нибудь. Ну, когда, конечно же, денег сейчас еще побольше заработаю, куплю себе летние вещи, и тогда уже буду тратить уже дальше на кукол и на всякое это, что попало. Хотя это ничего попало, здесь такие смешные вообще игрушки. Вот. Ну, и здесь у нас уже идут пушистые очень редкие. Вижу здесь пингвинчик, ягненок, ежик. Ну, их каждое имя тоже написано. Здесь блестящий какой-то оригинальный выпуск. И дальше, если мы перевернем эту картинку, здесь у нас уже идут вот два плюшевого героя с ароматом, плюс третий сюрприз внутри. Не знаю, сюрприз третий это внутри, это который идет, наверное, еще там вот здесь вот в этом шаре. Ну, здесь пошли тоже вот обычные, которые мне тоже попали. Здесь вот два редкие. Вот это вообще прям няшка. Я хочу вот этого котика. Вот эти какой хорошенький. Или вот этот. Вообще прям кролик. Песик. Ой, какие глазки у них. Медвежонок. Здесь вообще сердечки. Ну, в общем, вот такие вот еще очень редкие тоже идут. И какие-то супер набор тоже блестящие. Вот такие вот пикми-попс зверушки. Вот. Значит, это у нас от акулы идет. Да? Это все мы сюда положим. Но я это, конечно же, уберу, наверное, просто так. Ну, еще раз, вот акула. Она вкусно пахнет. Мятый. Ну и посмотрим, что у нас здесь тоже вот идет подставка большая, она ставится. Здесь просто открывается, здесь почему-то нет этой штучки. Так, ну и высыпаем все. Здесь уже желтое такое, такой. Значит, здесь у нас вот такие вот наклеечки пошли. Здесь у нас уже больше сюрприз. Не то, что там просто картинка и все. Здесь вот такие вот наклеечки идут вот с героями, которые мне попались. Здесь еще зефирки, сердечки можно вот отклеить, наклеить. Ну, вот это только большое, а вот эти маленькие нет. Ну, их можно, может быть, самим вырезать и наклеить. Также такая же точно картинка идет, как в том маленьком. Тоже вот два героя и вот эти вот поодиночные герои. Они такие все няшные, что хочется еще купить. Вот, сначала задумалась вообще один купить. Вот, ну, мне так вот попалось. Вот такая вот ленточка. Чтобы ее вешать на шею, здесь вот у нас такой карабинчик пластмассовый, да, вот так вот. Но я не знаю, конечно же, стоит это вешать на шею, может быть, либо зверушку тоже, либо вот эту вот эту штучку, либо, может быть, что-нибудь другое, не знаю. Ну, мне она нафиг не нужна, может быть, я это племяннице отдам, может, что-нибудь повешать тебе. Вот, здесь такая ленточка тоже из тряпочки. Она вся в зверушках, вот этих вот. И здесь она отсоединяется вот так вот, чтобы можно было на шею повешать. И здесь карабин розовый тоже. Также были с героями две этих конвертика. Здесь у нас написано его имя. Пампи кролик. Предсказание. И вот чем он пахнет. Пахнет он зефиром. Ты просто музыка для моих ушей. Так, и муж-котенок. Тоже он зефиром пахнет. И Мурмур, я с тобой навсегда. Вот такие вот конвертики. Так, и вот такой вот брелок, которым тоже вот такая вот ниточка у них у всех была, просто я сняла. Может быть, я тоже эту сниму ниточку, не знаю, вот она. Так вот, все. Здесь она уже как-то так держится, не так. Вот. И вот такой вот брелочек, это у нас, наверное, какой-то. А, это кролик. Почему-то вот он попался. А котенка нет, только один вот такой. Это, наверное, вот этот вот сюрприз и есть. Видите, как здесь написано, да? Два плюшевых героя и плюс третий сюрприз внутри. Это, наверное, вот этот сюрприз. И наклейки тоже, вот эти вот всякие веревочки. Я, наверное, его на ключи повешу вот сюда, вот так вот. И все. У меня будет болтаться такая вот. Потому что я в зоомагазине работаю, мне как раз зверушка там. Хотя у меня есть там песик такой, я покупала. В детском мире тоже брелок. И ну и не помешает еще. Ну или на домашние ключи повешу. Не знаю.
такой вот мышоночек. Зайчик, точнее. Ну и сами герои, которые офигенно пахнут зефиром. Это у нас вот котенок муж, как я уже говорила. Но он почему-то здесь с закрытыми глазами. Хотя он здесь вот тоже с закрытыми глазами. И вот тут тоже, видите, а у кролика вообще сердечки здесь. И вот здесь сердечки, да. Вот. А на самом деле он вот так вот, да. В общем, вот такой вот котенок. Здесь вот уже мне попались хорошенькие сюрпризики. Мне прям нравятся такие. У них там вон, внутри как будто соль насыпана. Ну, это тоже аромат зефира. Вот он такой вот спящий такой милый котик. Вот такой с милой мордочкой. Для кукол игрушечки сойдут. Ну и для меня тоже они такие хорошенькие. Ну их вообще можно повешать. Да, здесь была вот такая вот веревочка и тоже этикеточка здесь, которую я убрала, отрезала. Мне тоже не нужно это все. И вот следующий это вот он кролик. Пампи, как я уже показывала. Вот она, на кролик. Вот он такой тоже с ушками. Один глазик у него открыт, другой подмигивает. И язычок тоже вот. Он тоже обалденно пахнет вообще прям. Как будто, ну, шоколадным, я думаю, зефиром пахнет. Я прям не перестаю их нюхать, но прям вообще прям аромат. Я хочу, чтобы мне попался какой-нибудь ежевик или банан, или фрукты. Это вообще прям, наверное, вкусняцкая банан. Нюхать постоянно. Я думаю, если их носить где-то в рюкзаке или вот так вот на сумке по улице, я думаю, этот запах быстро выветрится. Вот. Поэтому я их даже и не собиралась бы носить. Вот. Это только для детей вот так носить, а это их покупал. Ну, для няшности, для себя, для кукол. Ну, вот зайчик мне больше нравится. Потому что котенок вот с закрытыми глазами, мне зверушки такие не очень нравятся с закрытыми глазами. Ну, он тоже, конечно, миленький есть, но больше, конечно, нравится зайчик. Он хоть подмигивает. Вот лапки у него такие маленькие. Это такая разноцветная зверушка с хвостиком. И ушки. Вот они мои. Оба героя два. И вот такой вот еще брелок. Вот. Ну. Вот. Называется это все Pick Me Pops. Вот. Вот у них название. Pick Me Pop Surprise. А в детском мире они тоже есть, не знаю, как насчет дочка-сыночках, но я, например, покупала в Ярче их. Может быть, где-нибудь, не знаю, тоже в Ленте они могут продаваться, или еще где. Но я в Ленте их не заметила, я их первый раз увидела вот в Ярче, вот такую. Вот. Я так думаю, один шар, это дорого слишком за 1200 покупать. Ну, может быть, у вас они дешево стоят в магазинах где. Но по два шара это будет дешевле намного, если два вот таких купить. И, в принципе, можно было один раз и купить и большой. Вот. Ну, вот такие вот мои игрушки. Зверушки мягкие попались мне в шарах Pick Me Pops. Вот. Большой маленький шар.